Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ристан, мы продолжаем играть в игру под названием Brawl Stars. И сегодня мы с вами, не знаю почему, но мы продолжим. Естественно, мы будем продолжать играть с цветочком нашим любимым. Так, мы, естественно, это все пропускаем, потому что нам это нафиг не надо. Окей, что не нажимается-то с первого раза? О, отлично. Так, естественно, кто-то ко мне добавился в друзья. Принимаем. Так. Что ж, какие-то нам тут новости предлагают. Ну, естественно, мы это тоже все пропускаем. Ну что ж, давайте подумаем, будем ли мы играть, или перейдем все-таки к нашему любимому с вами осуществлению планов от особых событий. Вот хочется посмотреть, какие события нам тут предлагают. Так, выиграет бой три раза в режиме одиночное столкновение. Что это значит? А, вот оно что. Ага. Так, что у нас тут такое? Угу. Давайте попробуем. Что ли? А, никогда не играл в этот режим. Ну да ладно. Каждый сам за себя. Чтобы стать сильнее, собирай кубики. Естественно. Ой-ой-ой. Кстати говоря, знаете, что это такое? Чё? Чё, идёшь, что? Стоять! Иди сюда. Чё, сюда? Сюда. Так. Осталось 4 бойца. А, нужно воздерживаться от контролирования бочков. Ты волгал, помнишь это? Ты волгал. Ты чё? Чё за резня такая? Ты чё, чё? Иди сюда. Ну всё. И разумеется, ну конечно. Но это было не очень сложный, конечно, бой, но... Ага, выиграй бой 5 раз. Хорошо. Выходим. Ну что, продолжаем столкновение, что ли? Или нет? Я думаю, что да, потому что... Как-то бои немножечко попроще. У нас с вами. Вот, как вы видите, у нас поиск игроков. Найди нам пока 8, 9, все. Все 10. Итак, погнали. Каждый сам за себя. Ну что, пошли. Пошли в бой. Хорошо. Хорошо. Нет. Не хочу выйти с первого раза, вы что? Не, никакого с первого раза, вы что? Я вообще не понял, что сейчас только что произошло. Так, ну ладно. Какие-то броуболы тут у нас. Так, ну нет, давайте мы перейдем в большую игру.
как обычно. В командные бои, да. Найдено игроков пока что 2, 3, 3, 2, 2, 3. Ну что, будет ли 6? Конечно. Одарим мега-бойца. Поехали. Что нам мешает-то? Сумеется, конечно. Где что-то самое? Нифига себе. Вот ванизм-то, а? Смотри. Тревога, тревога, тревога. Ну что ж, погнали, погнали. Сейчас мы к нему зайдем. Сейчас мы ему... Ой, сейчас он надо... Ты чё? Ты чё? Еще какое, это посмотри. Вот тиранище, ты посмотри на него, а. Ты чё, порвёшь ты? Ты базукой своей стреляешь, а? Ты такой? Иди сюда. Иди сюда быстро. Что прячется, ну иди сюда. Хорошо. Ну ты коп сюда, братан. Куда уходишь? Куда, куда ты заправил, ты заправил? Ты сидишь? Иди сюда. Это больше не разобрал. Ты слышишь? Это... Ура! Да? Замечательно. Вот и хорошо. Отлично. Ну вот и все. Бойца мы с вами захватили. В борду ему дали. Ну, естественно, попробуем еще разок. Одолеем мега-бойца. Опа! Погнали. Первый театр, так. Ё-моё, ты потерял себя? Вот в чём проблема, почему я себя не вижу? Говно. Ну ничего, чем эту... Медведку одолеем. Пьяная. Ты чё? Ты выпорный. Еле-еле бежу, ребят. Хорошо, хорошо. Ех! На тебе, на тебе. Да. Иди сюда. Не побегай, не побегай, не побегай, не побегай. Иди отсюда. О, умер. Умер. Умер, хорошо. Ты чё? Девушка? Что было? Ты тиранец это какая-то, посмотри. Пошел вон отсюда. Все, так. Осталось всего ничего. 13% здоровья. Есть! Замечательно. Оставалось всего 13 секунд, ребят. А пальцы-то запотевали у меня, потому что... Ух, вот это бой был, конечно. Дикий. Хорошо. Так. Кристаллики. Так. Еще один ящик. На этот раз, ну, а на этот раз обычный. Понятно.
Вот и все. Так, нам предлагают улучшить двух бойцов. Естественно, мы это обязательно сделаем. Конечно. И Розу. Роза обязательно. Отлично. Ну теперь-то. Теперь-то. У нас есть все шансы для того, чтобы победить в большой игре заново. Что ж, я-то уж надеюсь, мы одолеем. Вот те раз, вот это да. Куда ты убежала? Ну-ка, иди сюда. Что это? Смотри. Погоди, это такое. Иди. Ты как смеешь, мама? Ты что делаешь? Ты ж моя мать-женщина, ты что ты себе позволяешь? Ты вообще-то меня вырастила. Я тут, что называется, махаюсь. Ты меня, значит, плохо воспитывала, а ты посмотри на меня. Других, значит, ты бить можешь. Меня ты бить можешь. Но при этом ты ругаешь хорошо. За людьми прокатка. Смотри, какая. Хорошо. Очень хорошо. Вы посмотрите, как себя она отвратительно ведет. Всех бьет, на всех ругается, всех материт. Это что ж за новая-то такая у нас, а? Ну-ка иди сюда, иди сюда. Я тебе дам. Я тебе дам все уничтожить. Я себя в обиду не дам. И хорошо, что ты из семьи ушла. Ты плохая. На тебе, на тебе, на тебе за все хорошее. Все. 30 секунд, так сейчас, ребята, подключайте по полной программе. Всего ничего, одна секунда оставалась тебе. Вот это да, ребят. Вот это бой. Я и сам себе не верю, ребят, даже. Как так получилось? Ух, но зато бой шикарный. Реально. Ну что ж, я думаю, мы на этом будем заканчивать, потому что... У меня и так мало времени, что называется. Хоть чтобы... Чтобы канал не был мертвым. Вот. Чтобы хотя бы какие-то видео были. Вот я хотя бы периодически их снимаю, периодически их выкладываю. Ну что ж, как будет получаться, посмотрим. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Это была крутая игра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотите от меня увидеть. Всем большое спасибо, будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте. Всего доброго, увидимся. Пока!